Друзья, всех рад приветствовать на канале КЗРН1337. Начинаем обзор боя, который был сыгран на технике Type-57. Карта у нас Westfield, встречный бой. Собственно говоря, как это все будет проходить, мы сейчас и поглядим, да? Потому что некоторые говорят, что Type-57 типа неиграбельный и тому подобное, очень много залетает в командирскую башенку, да? Вот как в этом бою, собственно говоря, будет отыграно, и увидите, что можно, и как можно, и так далее. Так, занимаем горочек, сейчас пробуем, да, по хоре дать. На прокаточке похоже, на прокаточке сюда 444 на месте. Ну, стелцешка, короче, стелька, соглашусь, стелька, она прям на любителя, прям на любителя. А вот там у нас борщ рапкается, да? Борщ рапкается, борщик. Борщик карабкается. Горит. Очарователя получаем. Ну, этого и следовало ожидать, да? Отыгрывать этой позиции конкретно. Что сбоку что-то должно прилететь. Четверка, ну ты же не имба уже, куда ты упарываешься? Серьезно? Ну дать тычку на 200 и получить на все хп? Ты серьезно? И уехать в ангар, наверное, да? Ну да. И чё? Тычку дал? Молодец. А вот и борщик. Какое у нас классное сведение, да, пацаны? Какое классное сведение. Два фрага на месте. Два фрага на месте. А чё там по лобозэшке? По лобозэшке 3к урона нанести надо, потяжем, да? Так, сейчас можно и хори выносить, да? Хорошо, пацаны, играет. Хорошо играет. На месте третий фраг. Третий фраг. Коллекционер фрагов, да? Коллекционер фрагов. Там захват, да? Причем не очень хороший захват. Сюда. Не очень-то хороший. Да, сейчас надо, чтобы Саладин поехал. Помог. Пройдет альфа, проходит. Нормально, нормально. Хорошо. Никак не альфа, но все равно обычно не проходит, да? Обычно оставляем пару хп. Что ты, собрат, ошибешься? Пока не ошибается. 4 фрага на месте. 4-то фрага на месте. Хорошо играет, да? Сюда. Причем ББшка, видите, стреляет. ББшка. Не голдой, а ББшками стреляет. А вы там что писали, пацаны? Вы только на голде можете играть, да? Только на голде. Пожалуйста, ББшки. Зацените. 5-й фраг на месте. 5-й фраг на месте. Ну ему прям повезло. Ему прям повезло. Все как на ладони. Все прям на ладони. И думает о своем хп-весе. Ну да, только что об этом сказал, да? Чё такое открутили, видели? До этого дал по ML-ке 399. Прошлый выстрел 372. 13 хп оставили. Вот. Воина получили уже. Воина заработали. Сюда, красавчик. ЛБЗ-шка выполнена, да? ЛБЗ-шка выполнена, красавчик. Там у нас ещё на ранее ЛБЗ-шка. Сюда, 7-й фраг. Тайпика не успеем забирать, забрать, да? Чери-утер, чери-утер. Дайте, пацаны, шот. Дайте шотик один по нему. Ну, можно было фугасиком. Попробуем забрать, да? Получится забрать? Отдадут? Давай. Сюда, 8-й. Сюда, 8-й. Просто вообще сам все порешал, да? Сам все порешал. Махует СТ-44, да? Ну прям динамичный бой. Прям динамичный. Ну пацаны зажались в ямки. Просто вот собственно говоря, это как бы получилось. Ну прикольненько. Хорошо, что вовремя сориентировался. Хорошо, что подбивал шотных, да? Потому что шотные танки, они прям очень сильно могут помешать. Вот этот Центурион. Да-да-да, попадание. С фул, с водкой попадание, да?
А мы еще шотные. А мы еще и шотные. Ну тут надо жить. Тут надо жить. Спрятаться это не получится, да? И пушка туда не будет гнуться. А сейчас что-то... Доберет ли, интересно? Вот Центурион. Далее. Сюда. Куда ты убегаешь, а? Центурион. Доберем? Доберем. Сюда. Красавчик. Красивый бой. Красивый бой. Динамичные. 6200. Настрелял сумарочка у нас выше 7к. 9 фрагов. Респектуля. Респектуля. Ну, хороший отыгрыш. Хороший отыгрыш на этом ноге. Прекрасно. Плохо, что, повторюсь, пацаны просто зажались у себя в яме и все. И ничего не могли сделать. А так бой. В целом отличный. В целом отличный. Что у нас, собственно говоря, по результатам? А результаты этого боя будут у нас таковы. Получаем законного, собственно говоря, мастера. Огонь на поражение столом. Заговоренный, дуэлянт, медаль Редли Уолтерса. Основной калибр, танки, снайпер и воин. 927 ассиста, 6 засветили, 7 критов, 6206 настреляли и 9 фрагов по опыту. По опыту? А как у нас по опыту, да? По опыту, как хорошо, да? По опыту очень хорошо. 1973, это прям респектуля. Это респектуля. Очень большой опыт. 26 выстрелов, 26 попаданий, 22 пробития. По выстрелам все как бы окей. И даже не к чему придраться. Стрельба отличная. 27 тысяч нафармили, 149 чистого опыта. Вот такой, собственно говоря, был у нас бой. Мнение в этом бое пишите в комментариях. По мне, ну, крутой отыгрыш. И когда он получил выстрел от Чириотера, видели, он сразу переместился на другой фланг. А другие что делают? А другие дальше стоят, дальше пикают, дальше получают от Чириотера, да, допустим. Стояли бы и получали бы. А так, вовремя сориентировался и хорошо отыграл. В целом, хороший бой. Отличный, хороший бой. В целом все. На этом мы и закончим обзор. Буду рад прочитать все ваши мнения. Стримы проводятся ежедневно с 19 по Москве. Площадки у нас YouTube, VK Play, Twitch и Trovo. Поэтому залетайте, смотрите, задавайте свои вопросы в прямом эфире. Буду на них, собственно говоря, отвечать. На этом, ребята, все. Всем спасибо за поддержку, за внимание. Встретимся в других видосиках. Всем пока.